Всем привет, с вами Ирина. Сегодня ко мне пришло вот такое вот письмо. Значит, в этом письме моя зрительница, а также землячка Таня мне кое-что отправила. Яна, если вы смотрите, вот, получила. И сейчас мы будем вместе с вами открывать. Это настолько трогательно и неожиданно. Боже, это так приятно, это так, ну, себе не представляете, столько эмоций у меня, и посмотрите, как человек старался, как, боже, чтобы ничего не выпало, чтобы ничего не замерзло. И самое интересное. Ой, как классная папка. Я буду смотреть. Вот. Класс. Ой, тут еще что-то, какой-то цветочек. В общем, посмотрите, насколько, значит, это интересно. Вау, вау, вау. Танюша, беру. Чур мне папку. Значит, это семенная коробочка белой королевской орхидеи с желтой серединкой. Вот, я вам вставляю для примера фотографии. Танюша, если я ошибаюсь, скажите. Ну, я думаю, что это эта орхидея, да. Также тут есть какой-то цветочек такой. Танечка, напишите, что это за цветочек. Значит, у меня садится батарейка в камере, вкратце. Правда, Таня держала семенную коробочку в холодильнике. Говорит, чтобы не испортилась. Вот и Таня. Вот, насколько вот, орхидеи не тропические, в принципе, они холод, как я не знаю, как они переносят. Стратификации, я думаю, эти семена не требовали. И что у меня получится, смотрите дальше моих видео. Я хочу это обязательно посеять. Вот, и поделиться с вами результатами. Также я очень-очень благодарна Тане. Я же говорю, это было очень неожиданно и очень-очень приятно. Таня, огромный вам привет пламенный. Если вам что-то нужно, обращайтесь. Если вам что-то понравится с моих цветов, тоже пишите, не стесняйтесь. Чем смогу, тем помогу. Вот. Потому что Таня отказалась от каких-либо денег и все такое. Я предложила... Вот, как-то компенсировать какие-то затраты по пересылке. Таня сказала, нет, поэтому мне, конечно, хочется вас чем-то отблагодарить. Так что, да, Таня, посылочку получила, все отлично, эмоции просто зашкаливают, какая она красивая, пушистая, сколько тут семянок и, боже, я очень хочу, чтобы у меня все получилось. Вот. Теперь у меня новая забота. А вот это вот похоже на щеточку, которая краску облупливает. Такие есть. Да, что же я еще хотела сказать? Боже, хотела еще что-то сказать. У тебя есть новая забота. Да, у меня есть новая забота, как же это все, у кого какие, может быть, кто-то хочет поделиться опытом, как правильно сеять семена орхидеи, какую лучше питательную среду подобрать, потому что они есть разные, вот, более удачные, такую, чтобы ничего не плесневело, ничего не портилось. Может быть, у кого-то уже есть опыт, пожалуйста, пишите. Вот, жду ваших комментариев. И также буду думать, что планировать, как и что дальше. Всем пока-пока. Люблю, целую. Танюша, огромный пламенный от нас привет. Огромное спасибо. Это Алина Махала.
Да, и кстати, когда цвела моя королева, королевишна, моя королевская орхидея великолепная, она меня тоже вдохновила на то, чтобы запылить ее. Но очень было у меня много работы летом, поэтому это все у меня не осуществилось. Поэтому Танюша опередила. Вот. У меня белой королевской орхидеи нету. Желтая серединка, она будет очень-очень красивая. Но в следующий раз, я думаю, что я свою королевскую орхидею, когда у меня будет она цвести, я ее обязательно запылю. И Таня, если что, обязательно-обязательно с вами поделюсь этой красавицей. Вот, если у меня все получится. Летом было очень много работы, забот и также проблема с аппаратурой. Вот, и поэтому некоторые летние видео будут выпускаться только сейчас. У меня еще есть видео летом, как у меня появился мини-марк, Анна Лоратти и так далее. Так что не удивляйтесь, если они будут выложены сейчас. Именно почему? Потому что я говорю, что были на то причины, почему я этого не сделала раньше. Ну, думаю, все еще впереди. Королевскую орхидею я запылю тоже свою, вот, потому что такое чудо должно размножаться, скажем так, да. И подписывайтесь на канал, будет еще много очень интересных видео. Чтобы не пропустить, подписывайтесь. Спасибо за ваши комментарии, подписки, вот, и лайки. С вами была Ирина. Еще раз огромное спасибо Тане. Танечка, люблю, целую, обнимаю. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Да, также я хочу вам поделиться с вами своей радостью. У нас родились котята. Так что не удивляйтесь, когда я снимаю, вы слышите писк, шебуршание. Это мои пупсики. Вот, мы уже открыли глазки, мы уже мучаем нашу маму. Хотим все обследовать вокруг и вылазить с коробки, и бродим, гуляем по коробке. Да, так что такая у нас радость. Такие у нас пупсики.